Сейчас мы с вами рассмотрим пробник от фирмы The History of Who. Это Хвахун крем. На обороте информация по-корейски. Объем пробничка не указан. Давайте его откроем. Посмотрим по количеству средств внутри. Это увлажняющий крем, восстанавливающий, из люксовой серии. Такой довольно плотный. Здесь примерно 1 мл крема. Попробую нанести его на руку. Крем довольно хорошо распределяется, несмотря на свою плотную консистенцию. Кожа сразу же становится увлажненной. У крема приятный аромат женьшеня и трав. Липкости нет после использования. Пробник предоставлен для обзора сайтом bbkorea.com.